Щенка, закопанного в сугроб, нашла жительница Магнитогорска во время прогулки. По словам женщины-живодеры, сделали все, чтобы животное не смогло самостоятельно спастись. На этих кадрах тот самый малыш по имени Тайсон. Всего за несколько минут до этого он был обездвижен и завернут в пеленку и лежал в сугробе. Животное откопали, отогрели и увезли в клинику. Там выяснилось, что щенок болен из-за хронического заболевания. Его кости слишком хрупкие, а тело развивается непропорционально. Помимо этого, ветеринары нашли у него старый перелом бедра. Забрать животное на передержку приехал местный волонтер. Оказалось, в октябре прошлого года он сам пристраивал его в семью. Поэтому зоозащитники отправились к тому, кому отдавали собаку в добрые руки. Хочу узнать, где щенок? Заболел щенок? Нет, заболел щенок. И куда делся? Нету. Как нету? Нету, в сугробе, идите, ищите. В сугробе? Да. После этого разговора магнитогорцы отправились в полицию, а женщина, которая выбросила щенка на мороз, попыталась оправдаться. Он уже целый месяц лежал, мы уже и на рентгене были, и уколы делали, и все всякое такое, но он не вставал. Но я не такой человек, понимаешь? Спасите, помогите, я не могу, у меня собака помирает. Но просто вчера получилось так, что он подвернул переднюю лапу, потому что не так с постельки со своей сполз. Ну, как-то так получилось. Время было уже ночь. Женщина объяснила, отнесла животное к церкви. Она даже постучала туда, но дверь никто не открыл. Тогда она положила щенка на снег, но не закапывала его. Дама утверждает, щенок сам закопался в сугроб. Тем временем спасительница собаки рассказала, что сейчас Тайсон находится в безопасности, но пока не может встать на лапы, поэтому в ближайшее время будет проходить лечение.